Всем привет, друзья! И с вами я, Настя. И сейчас я у ветеринара, и мы хотим все-таки определить пол наших хомяков. Первый мой снежок. Да, потом мой. Да. Можно меня поснимать, когда будут приезжать? Ты снимаешь или нет? Снимаю. Да. А когда тебе будут приезжать, я тоже буду тебя снимать. Мне вообще такой. Можешь пока своего поснимать. Зачем? Мой он там вот. Какой-то слишком. Вот у тебя такая штука, только другого цвета. Но там для кошки. Снежок. Умывается. На. Я думаю, его из клетки сейчас достану. На, бери. Можешь его держать? Это здесь его. Здесь его можешь обрезать? Сейчас, подождите. Сейчас. На, бери. Хорошо. Хорошо. Хотя, мам, я буду так делать. Ты не умывай, да, чистый, а то как там пол определяет. Замок, блин. Хомячка, пока прячьте, пожалуйста, потому что сейчас собачка взвешивается, будет спортивная. Давай, убирать. Не надо, что хомяков держит. Так, пожалуйста, сюда. Смотри, сейчас собака, смотри, какую собаку. Сейчас угрожу, что ты тяжешь твое счастье. 23. Офигеть. Все сейчас собаку. Чуть придерживаете. Так, ну, около 20. Да. Какая колесия какая. На самом деле такая. Если бы она была хорошая, я бы нам морду не отдала. Потому что я другую камеру взяла. Снежок! Ну, если мальчик, тогда пришла, а если девочка, тогда пушинка. Сейчас я вам тут рыбу пока покажу. Можешь подержать? Вы географию выдержали. Ой, да, блин, спокойно, а мы тут бешеные. Господи. Господи. Ой, мама, это хомяк, мама. Не по себе, мама. От этих ушек на голове. Это аэропорат на три аквариума. Так, слушай, эй, толстый. Вот так хорошо общаться его с хомяком. Как? Там же дело. Они возраст у них одинаковые? Нет? Нет. Сейчас я сделаю. Кто постарше? Мой. Ну, я хочу... Какой сам цвет нет? Ну, он может совсем чуть-чуть подрастет. Мы пожирнел уже. Ты его хорошо кормишь? Да, у нас много корма. Мы еще хотим сегодня бизнес сделать, чтобы на керамический песок заработать. Они фоткаются, а они деньги получают. Два песка не хватит, я с тобой поделюсь. А что это песок такой? А ну, они в нем купаются. На, планшет. Смотри, снимай. Нельзя, вы сейчас его можете определить? Я не могу. Пока мы... Давай я пока держу. Вот, давай, там. Ты такой маленький. Простите, у меня паузы нет, а монтаж не делать. Собачка. А вы можете сейчас определить? Сейчас доктор освободится? Хорошо. Давай, готовься пока сюда своего хомяка. Можешь зачем? Меня... Пожалуйста, можешь меня поснимать? Ну, как это уходит?
покажешь, туда мы поедем. В самую-самую старую клетку. Да, да, да. Всего такого, столько всего продают для собак. Тут как зоомагазин, только для собак и кошек только. Ну да. Господи, испугался, что я могу так приходить. Вот, никогда не ушла. Хотя нет, тут есть плюс, тут нет таких шкафов даже. Сейчас только расслабиться. Господи. Господи. Привет. Я пока не могу ничего снимать, когда я не буду пола определять. И я потом... Вам, наверное, интересно, кто это. Мальчик. Потому что я очень боюсь, потому что наши хомяки как-то странно себя вместе вели. Они дрались. Нет, они... то какие-то странные движения делали, а потом подрались. Все-таки странно. Такое, такие движения только на пол не делают. Кстати, представляете, что мы господи. Сегодня видели? Как две кошки разводили потомство. Угу. Сами знаете как. О, ничего страшного. Не больше, чем мой зёлька. Видишь? Ай. Мальчик. Если одна вот такая штучка, то это мальчик, да? Ну, у него, правда, не одна такая штучка, у него две такие штучки висят прям. Это синенькие. А с ним всё в порядке? Ну, визуально, но не нормально. Так, теперь моего хомяка. Да, мальчик, теперь меня, теперь моего хомяка. Давай тебя поснимать? Да. А можно на лотос хомяка проверить? Или пойдем в зал. Ой, господи. Девочка. А почему нам сказали в зоомагазин, что это мальчик? Пойдем спросим. Может, они нам что-то дадут взамен. Стоп, а если мне девочка, у тебя потомство будет. Ладно, у тебя потомство будет. Мне несколько дашь. Почему? Почему ты девочка? А ты кого хотела? Они вместе взаимодействовали. Ну, поэтому будут хомячата. Милан, у тебя потом хорошие клетки. Да? Милан, ты представляешь, тебе 12 хомяков тебе где-то содержать надо целый месяц. А потом ты будешь их арестовать. Да, ладно, давай, сейчас. Ну, всем пока, мы в шоке.